Делаем черенок для детской лопаты. Посмотрел в интернете, деревянные какие-то приспособления, точить. Ну, можно купить проще, конечно. Деревянный черенок. Но деревянный он тоже мне не понравился. Сломаться может и так далее. А это я вот взял полипропиленовую трубу на 32 диаметр. Купил сначала трубу, потом пошел детскую лопату мерить. И она прям точно плотно подошла. Два саморезика завернул. И вот на кончик припаял полипропиленовую заглушку на 32. И все, вот она, лопатка получилась. Такая симпатичная и легкая. И полипропиленовая труба, она, ну, гнется, но не ломается. Да, собственно, ребенок сегодня уже снег ей чистил, она практически не гнется. Так что вот идея. Деревянный черенок не обязательно искать, потому что я на рынке деревянный черенок для больших лопат есть, а для маленьких нет. Вот такое дело.